Некоторые задавались вопросами, что поменяли язык и... То есть вы купили телефон, как бы не задавали язык вам, но вы, у вас может быть и любой. Но я для видео на примере поставил на украинский, как я в России, а украинский нас не любят. Такое бывает часто. Я вам покажу, как это убрать. Видите, у меня тут все на украинском. На украинском будет. Все на украинском. Вот. GPS на украинском. Все на Хватит, и почему до сих пор валяется? Папа, Видите? да пап, я видео снимаю, ну что ты, блин? Давай без... Извините, ребят, смотрите. Открываем настройки. Настройки. Они по-другому, что украинские. Вот. Идем вот сюда. Видите, все на украинском. И вот, если вы не знаете, какой это язык, только русский знаете, то вы смотрите вот это. Это может... Там написано про телефон. И мы нажимаем на вот сюда. И всегда у нас стоит русский первый, потому что был в России. Но бывает, что вместо русского стоит наверху украинский. Или какая у вас, какой у вас стране, какая страна это не любит вас, тогда и будет такой язык. Но мне сейчас нужен русский, мне украинский не нужен. Просто зажимаем, какой вам нужен язык, и перетаскиваем наверх. И ждем изменения. Телефон на одну минуту залагает. Сейчас отлагает. Вот, и все, у меня русский. И вот, все, у меня русский. Было про телефон, а теперь о телефон. Нет. Вот так, ребята, легко и просто можно. Вернуть свой нужный язык, блин, телефон залагал. Не обращать внимания, там папа. Так, итак, ребята, вот у меня русский язык. Подожди, сейчас погрузится. Данил, я пошел в гараж. Вы что-то кушать будете? Нет, я папа, пошел. Ну я же тебя... Вот, ребят, погрузилась. Часы. Шторка тут у нас. На русском. Вот, часы у меня на русском. Вот, доказываю. Вот, все на русском. А было на украинском. Как я поменял на украинский. Всем спасибо, всем пока. Фантик, подбери.